девчонки. Как дела? Привет. Привет. А почему грустный? Это новая училка. Сейчас будет проверять домашку. Ужас. Я не готова. Я тоже. Спокойно. Что делать будем? Давайте ей что-нибудь интересное скажем. Да. На что? Я могу рассказать о своем любимом поэте. А вы мне поможете? Да. Но как? А вот так. Гойті Русь, моя родная, хати в різах образа, не видать конца и края, только сердце сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно цапнута поля. Пахнет яблоком и медом, подсед вам твой крепкий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке, на привоз зеленый хлеб, не навстречу, как сережки, развини девичий смех. Если крикнет расцветая, киньте Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину. Сергей Есенин родился в селе Константиново, Рязанской губернии. 3 октября 1895 года в крестьянской семье. Сережа до 9 лет воспитывался в доме деда, где рано начал читать, изучая грамоту по церковным книгам. Уже в 8 он начал писать стихи. Получив аттестат учителя школьной грамоты, Есенин приехал в Москву к отцу, но вскоре ушел работать в книгоиздательство, а потом в типографию Сытина, где встретил Анну Изряднову. В 2014 году в журнале «Мирок» появилось стихотворение Есенина «Береза». В марте 15-го Есенин уехал в Петроград. Прямо с вокзала отправился к Александру Блоку и прочитал ему свои произведения. Блок помог юному поэту войти в литературный мир столицы. В 16-м вышел сборник Есенина под названием «Разница». В этом же году поэта призвали на военную службу, направив царско-сельский лазарет. Санитар Есенин читал стихи самой императрице. После февральской революции поэт оставил армию, сотрудничал с газетой «Дело народа», где познакомился с Зинаидой Райх. В 19 году в Москве появилась группа поэтов-имажинистов, избравшая своим орудием образ, слово-метафору. Есенин сблизился с ними. Осенью 21-го поэт встретил Исидору Дункан. Вместе с американской танцовщицей он совершил путешествие в Европу и Америку, которое обсуждал весь мир. Его тянуло на родину. По возвращению Советский Союз брак распался. Последние годы он много работал, ездил по стране, писал. В июле 25-го Есенин женился на Софье Толстой, внучке Льва Толстого. Смерть поэта окутана тайной. 28 декабря 25-го года его нашли мертвым в гостинице «Англитер» в Ленинграде. Согласно официальной версии, поэт повесится. По мнению многих, перебит. Стихотворение «Гойті Русь, моя родная» было написано в 1914 году. Оно войдет в первый сборник поэта «Радуница». Москва неприветливая. Вспомните слова Есенина, первая жена поэта. Именно в индустриальном городе Есенин подчеркнет тоску по родному краю и безграничную любовь к природе. И даже если Сергей Есенин писал о бедности Руси, он до радости и боли любил свою страну. Еще немного, и к Есенину придет известность. Его узнает мир, но так и в далеком 14-м году. Ему всех милее будет его страна березового сица. Возможно, им удалось. Ведь тоже так думаете?